Бамия – очень полезный и вкусный овощ. В нем содержится много микро- и макроэлементов, необходимых организму. Это теплолюбивое экзотическое растение, которое выращивается рассадным способом. Ломая все стереотипы рассадного способа, я покажу вам посадку в открытый грунт и что из этого получилось. У меня вот такие семена остались с прошлого года. И я их сегодня посажу в открытый грунт. Делаю сплошную лунку шириной примерно 15 сантиметров. Между лунками расстояние 20-30 сантиметров. Заливаю водой. Я не добавляю в лунку никаких субстратов. Просто залила водой. Посеяла семена бамии по принципу посадки свеклы. Это первый мой опыт посадки бамии прямо в грунт. Мне самой интересно, что из этого выйдет. Я ежегодно выращивала это растение рассадой, а в этом году пропустила все сроки высадки и решилась на такой эксперимент. Сею по 2-3 семени, расстояние примерно 20 сантиметров друг от друга. Если прорастут все, оставлю по 2 растения, остальные слабенькие удалю. Сыпаю грунтом примерно 2-3 сантиметра сверху. И утрамбовываю. Все делается так же, как и при посадке свеклы. Прошло 10 дней с момента посева семян бамии, и вот результат. Уже есть небольшие росточки. Я из года в год высаживаю рассадным способом. Но в этом году решила попробовать безрассадным. Все огородники рекомендуют выращивать через рассаду, потому что она не приживется. Но я вам показываю свой результат. На 10-й день появились росточки. Вот такие. Я высаживала по несколько штук, кидала по 2-3 штучки в луночки. Вот здесь у меня 3 штучки. Четвертая слабенькая. Но я ее вырежу потом. Обрежу. Вот еще проклевывается, видно.
Семена я не замачивала, не добавляла в лунки никаких субстратов. Просто посеяла и была удивлена. Когда появились росточки. Вывод. Бамию можно выращивать и безрассадным способом. Немножко позже я ее подкормлю амафоской, чтобы дать ей рост хороший. Амафоска разводится 1 столовая ложка на ведро воды. Поливать буду по мере просыхания почвы, потому что бамия не любит застоя влаги в корнях. Ну, будем ждать урожай. В следующем видео я покажу вам, как избавиться от тли на розах простым дедовским способом. Спасибо за просмотр. Пусть у вас все цветет, растет и радует. Пока-пока!